Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 9 мая 2023 года, на улице 16 градусов тепла, прошли заморозки, но ночью еще будет 2 градуса тепла. Еще не очень тепло. В теплице я укрывать ничего не буду. Хорошо, дверь заделаю, чтобы сквозняков не было, и укрою только огурцы. Хочу вам показать салат «Колобок» кочанный. Очень люблю этот сорт салата. Очень даже. Он вырастает, как капуста. Можно его и жарить, и борщи, и щи варить, все, что ухочешь. Типа айсберга, позднеспелый, формирует упругие кочаны. Я выращивала, мои дорогие. Все так, как описывает фирма. Очень сочный. Вот он, бедненький. Он переносил такие заморозки. И он не померз. Вот он, колобок. Три рядочка. Посмотрите, бедненький, как он пожелтел. Ну, пусть еще недельку посидит, и мы будем с вами его пересаживать. Я хочу хотя бы десятка-два посадить на кочанники. Конечно, рвать, кушать и так. Кушать его, пока не завяжется головка. Ну и на рассаду посадить кочанником. Будем искать место и где-нибудь сажать. Скорее всего, мои дорогие друзья, я его посажу вот здесь, салат. Мы лучок этот убираем. Кушаем, потому что, видите, сколько медведка нам вот этого желтый поганит. Он лежит поеденный. Много очень, и мы много очень уже сами сорвали. Так что здесь будет местечко для салата колобка. Очень хорошее место, очень. И другой сорт можно посадить. Здесь его можно в три ряда посадить. Прекрасно, будет расти по три штучки. Вот рядочки поперек сделать, посадить по три штучки. Так что через недельку, мои дорогие друзья, будем этот салатик мы с вами рассаживать. Колобок. Сейте, он еще вырастет. Я вам плохого не посоветую. Повторно сажаю, потому что мне очень понравился. Пока, мои дорогие друзья.